Dostal je držší. Александр Семин, конечно, как же без него. Ну что ж, смотрим, Семин против Аликина. И попадает Семин! Вот это бросок, а! Просто в 9 на исполнение. Ничего не стал придумывать Семин, просто здорово попал. Да, прямо в 9 кладет, а? Теперь Сапрыкин против Руденкова. И нет, все-таки победа Витязя. Так и не пропустил Игорь Сапрыкин в этой серии. Опять вот один из 10, как я и говорил. Приносит победу на сей раз Витязю. И это делает капитан Александр Семин. И в третьем периоде вывел он свою команду вперед. А в элитной серии все-таки забил победный гол. И поздравляем мы Витязь с этими двумя набранными очками.